Здравствуйте, мои неимоверно благородные люди этой галактики. Сегодня мы посмотрим через квантовое таро, о чем хотят поговорить ваши души. Пропишите имена вашей пары в комментариях для того, чтобы информация шла конкретно о вас и для вас. И посмотрим, о чем хотят поговорить души, что они хотят сказать, что они хотят озвучить. Кстати, я хочу вас поблагодарить за вашу финансовую поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу активность. Вы мне такие умнички. Просто обожаю вас душой, обнимаю и отправляю вам тысячи, тысячи, тысячи воздушных поцелуйчиков. Кто хочет меня поблагодарить, поддержать, ну, в первом комментарии ссылочка, как обычно, знайте, что Вселенная вам вернет в тысячи, тысячи, тысячи раз больше. Для всех, кто помогает, поддерживает в развитии моих каналов, я за кадром провожу практики очищения и защиты. Поэтому не удивляйтесь, если ваша жизнь начинает меняться в самую просто мега крутую сторону после просмотра моих освещений. Ну что же, давайте смотреть, у меня тут дождик гремит. Отлично, хорошее время, потому что идет очищение, возможно, идет освобождение. Будем смотреть, что же хочет нам сказать Вселенная. Не переключайтесь. Разговор ваших душ через космос. Кто пришел к нам? Пришел к нам мужчина, ваш мужчина, загаданный. Красавец, говорит, что я готов говорить. Все, знаете, как говорит, было, не было. Я готов. Короче, я скажу, я сделаю это сейчас. Отлично, давайте смотреть, что хочешь сказать. Он говорит, я хочу открыть ту информацию, которая ранее была закрыта тебе. И я раньше не хотел об этом говорить, либо же отмалчивался, либо же не озвучивал вам в любом случае эту информацию. Так, что хочешь сказать, что хочешь передать? Думает о вас постоянно. А я думаю о тебе и мечтаю о тебе. Ты очень красивая, ты звездная, ты нереальная, ты другая, ты иная, ты не похожа ни на кого на этой земле. Вы, кстати, можете, девчонки, прямо сказать, что у вас есть особая связь с небом, с галактикой, с космосом. Возможно, люди говорят, ты другая, ты как-то иначе видишь мир, да, либо же у вас интересы абсолютно иные, другие. Глаза, возможно, у вас белки голубые, знаете, вот идет именно информация, что вы нереальная, вы другая, вы, ну, просто галактическая какая-то красотка еще. Он говорит, что ты открыла мне новый мир. Ты открыла мне новую реальность, и ты показала мне другой мир. Благодаря тебе я увидел, как может быть по-другому. Возможно, приоритеты поменялись у мужчины, возможно, взгляды, знаете, как на жизнь. Возможно, вообще жизнь вы ему поменяли. Вот о чем идет речь еще. Мужчина говорит, я хочу оставить прошлое, я не хочу сейчас говорить о прошлом. Давай прошлое оставим и не будем, как бы, знаете, поднимать эти энергии. Но я всегда говорю, да, это на самом деле очень правильно. Тянуть прошлое за собой не нужно, потому что вы тянете эти энергии негатива, каких-то разочарований. Даже если было что-то хорошее, ну прекрасно, оно было, но оно прошло. Но вам нужно жить будущим. И я всегда говорю, что вы сами создаете свою реальность. Как создавать свою реальность? Переходите ко мне в телеграм-канал, в основную группу. Конечно же, там есть вся информация, как правильно загадывать желания, как создавать свою реальность. Все на личном опыте, девчоночки, для вас, конечно, я раскрываю. Я знаю, что эта информация стоит огромных денег, я это знаю. Но для вас я делаю это абсолютно бесплатно и с безусловной любовью. Почему? Потому что я вас очень-очень-очень сильно люблю. Вот честно могу сказать и счастлива за то, что вы со мной. Благодарю Вселенную. Вот за каждую мою подписчицу со мной самое лучшее, со мной самые благородные люди этой галактики. Я всегда об этом говорила и буду говорить. Буду вам говорить комплименты постоянно, потому что вы достойны этого. Вы у меня очень ответственные, вы мне очень благодарны. Вы у меня просто самые лучшие галактические и неземные. Так, мужчина говорит, что что-то ему тут хочет сказать о чем-то, что ему было тяжело сказать. Озвучить ранее. Ну, давайте смотреть. На дне колоды у нас, смотрите, какая идет карта. Он вас вытянул откуда-то, девочки. Возможно, благодаря мужчине вы и себя-то познали, вы и себя-то полюбили. Возможно, благодаря мужчине вы стали обращаться, да, либо же стали просматривать личное освещение, заказывать у меня, либо же вообще нашли мой канал.
и начали узнавать информацию. Он тоже вас откуда-то вытащил, возможно, с этой неизвестности, возможно, вы не знали, какая сила в вас есть, да, какая сила в вас хранится, какая сила находится в вас. И здесь, благодаря мужчине, вы эту информацию, собственно, нашли благодаря ему. Вы даже можете сказать, что я до него особо не интересовалась ничем подобным, вообще не верила и вообще относилась даже, возможно, как-то скептически, да, ну как можно видеть, как можно знать, как можно это чувствовать, да. А когда вы повстречались с этим мужчиной, ну все, у вас мир перевернулся. Я знаю, чувствую тебя, а как объяснить, не понимаю. Почему? Потому что между нами настолько сильная ментальная связь. Слышите? Это же подтверждение вам, что все мои слова – это истина. Вам Вселенная просто звуками, да, подтверждает в реальном времени. Действительно, так и есть. Но, возможно, вы можете сказать, что моя жизнь, как гром, да, среди ясного неба, полностью изменилась благодаря тебе. А мне вот интересно, куда, как он вас выбрал, откуда вообще он вас вытянул. Давайте посмотрим. Это тоже важно знать. Тоже важно не забывать о себе. Узнавать информацию о нем, конечно же, но важно и узнавать информацию о себе, потому что вы меняетесь со мной. Вы растете ментально, вы растете духовно. И чтобы тоже понимать, слышать информацию о себе, о том, как видит вас Вселенная, важно также раскрывать информацию и о себе на моих, естественно, освещениях. Я, кстати, могу вам раскрыть и вашу миссию, и как вам выйти с определенных сложных жизненных ситуаций. Я рассматриваю не только, да, личную жизнь через Таро, через Оракул и иные источники. Мы рассматриваем любые аспекты. Я составляю формулы рун конкретно, кому хочется похудеть, кто хочет наладить финансовый канал, кто хочет поставить защиту, например, на определенные бизнес, либо же на свою жизнь, кто хочет излечения, у кого проблемы со здоровьем. Здесь все возможно, здесь все реально. Так, карта бежит, давайте смотреть, кто бежит. Девочки, вы выходите. Да, ваша душа сейчас хочет сказать, собственно, откуда он вас вытянул. Смотрите, из внутреннего самобичевания. Вы, возможно, не могли подтвердить, как это может быть, что я его чувствую, я его ощущаю, но я не могу объяснить, как это, да, и когда вы нашли меня, когда вы нашли мой канал, вы, собственно, и вышли вот в этот свет, вышли именно в свет, понимаете, посмотри, какая карта красивая, да, здесь они выходят к звезде, к солнцу, к свету, то есть я вам раскрыла эту информацию, и это случилось благодаря вашему мужчине, потому что он вас привел ко мне, на самом деле, это он вас привел. Еще что хотят сказать, озвучить ваши души здесь и сейчас. Здесь не просто ваши души, здесь идет троица, да, идете вы, мужчина и Вселенная. Сейчас будет информация идти от вас троих, понимаете как? Окей, давайте посмотрим, что за информация. Тебе нужно абсолютно по-другому посмотреть на ситуацию, которая между вами сейчас, говорит Вселенная. Как посмотреть? Посмотри на него как на любимого человека. Не нужно его как-то, знаете, ругать, либо же негативной энергии тянуть. Знаете, как мама любит своего ребенка. Ну вот, несмотря на то, что он там натворил чудес, а он все равно мой, он все равно самый лучший. И все равно самый умный, и все равно самый красивый. Почему? Потому что он мой. Вот он ваш. И вы любите его. И не нужно, да, негативные какие-то аспекты перетягивать дальше. Вот все-таки отнеситесь к нему с любовью, говорит Вселенная. А что это изменит? Ух ты, смотрите, что это изменит. Это абсолютно изменит ваши отношения. То есть, когда вы энергетически меняетесь, да, меняете свое состояние, вы же меняете и будущее свое. Когда вы с любовью относитесь к человеку, когда вы отправляете ему эти светлые энергии, счастья, любви, добра, желаете ему всего хорошего, тогда это и вам возвращается в 1000 раз в ответ. И это для вас была тайна. Сейчас эту тайну раскрыла вам я. И здесь карты говорят: слушай верховную жрицу. И на этом точка. Ну что же, мои неимоверные, я благодарю вас, что вы досмотрели это шикарнейшее освещение до конца. Я желаю вам только всего самого светлого, доброго, чистого. Желаю вам здоровья, любви, богатства. И благодарю вас за вашу обратную связь, за сердечечки, за комментарии. Обнимаю вас душой. Во благо.